Средствами из материнского капитала можно оплатить обучение нескольких детей в колледже или вузе. Для этого первым делом нужно проверить сумму господдержки и убедиться, что достаточно средств для оплаты учебного заведения. Следующим шагом будет заключение договора с колледжем либо институтом об оказании платных образовательных услуг. Отметим, что в документе обязательно должна быть указана стоимость обучения, сроки и период платежей за все время обучения, каждый год, один раз в семестр или по другому графику. Далее необходимо собрать полный пакет документов для социального фонда. Это паспорт владельца сертификата и договор об оказании платных образовательных услуг, а также подать заявление на распоряжение средствами маткапитала. Они перечислятся исключительно в безналичном формате на счет колледжа или института, который указан в договоре.